Всем привет, меня зовут Виктор, и это продолжение Assassin's Creed Одиссея. Ох, что-то я совсем забыл, на чем закончили в прошлой серии. Ладно, вспомним. Думаю, вспомню. Думаю, вспомню. Так, исследуя мир, вы будете находить исторические места. Чтобы узнать о них больше, откройте меню карты и нажмите, чтобы изменить параметры фильтра. Древние греки считали, что сны можно использовать для диагностики заболеваний, но также видели в них и пророчества. В общем, все, что как хотели, так и использовали. Маркос всегда ищет способ быстро подзаработать, но не бросит друзей в трудную минуту. Вас окружили? Эта способность оглушит они. А, для окружения, кстати, да, вот там способность, которая у меня есть. А, я точно, я же вчера куда-то направился, и меня там это, а потом то. Только вот теперь надо вспомнить, куда я направился-то, что меня сперва это, а потом то. Хороший вопрос, да? Куда я мог направиться, что меня сперва это? А, вот сюда, да, я направился? Да, вот сюда. Вот сюда. Я ж там, по-моему, нашел какой-то этот сокровище. Занырнул и все. Ну, можешь остаться. Так, меня ищут три наемника. Пусть отдыхают. Это что там, обломки нет? Подберем, да. Обломки, отлично. Блять, сейчас еще вот с этими пересекусь, да? Хороший корабль. Не надо этого. Чего? Пустых бесед. О, я вовсе не хотел мешать. Просто не так часто мне доводится выходить в море. Здесь свобода. Да, свобода — верное слово. Хотя меня уже слегка мутит. Берегнись за борт, если ты спишь. Не то придется убирать. А, вот мы подплываем к этому, да? Твой желудок тоже бунтует. Ничего, привыкнешь. Скоро будем на сервисе. Странно как-то показывается, блядь. Типа я уже проплыл ее. Я не хочу с вами драться сейчас, понимаете? Хора, я не могу, да, пока в бою нахожусь. Еще и на мель сел.
Все, я из боя вышел, нет? Грибцы, ебать вас. Все. Ну ладно. Повезло, так повезло. Надеюсь, я не зря покинул Афины. Конечно, не зря. Так безопаснее. Правда? Ну, блядь, убили бы тебя тогда. Если бы ты Афины не покинул. Сам как будто не понимаешь. Рад видеть тебя в добром здравии, Фиди. Спасибо, Ферос. Как видишь, я прибыл не один. А, да, благородный воитель, о котором ты мне писал. Когда он тебе успел написать-то? Не будь мне это спасение выгодно, он был бы уже мертв. В свою очередь, я кое-что узнал. Убить Фидия планировал человек по имени Брисон. Надеюсь, тебе это чем-то поможет. Да. Попрощайся за меня с Периклом и будь осторожен. В Афинах сейчас небезопасно. Безопаснее, чем было. Главное, чтобы культ тебя не нашел. Все просто. Пусть даже так, допустим. Но кто знает, где они? Кто они? Вдруг нас ждут еще... Так, я кого-то... Вот, про этого узнал, дурачка, да? Клянусь своей жизнью. Брисон. Тех, кого я убью, что больше не подведу космос. Так, так, а где ты? Брисон. Как завести друзей? Ух, сколько тут квестов. Ух ты, так тут война. Тут война, да? А я тут ничего нет, это не арена. Рано. Так, а где Брисон? Мидас. О! Смотри-ка. Это же недалеко отсюда, да? Точнее, мы вот сюда вот направимся. Так, а я в Афинах. Блять, а почему я точку синхронизации здесь не захватил, здесь не захватил? Что за дела-то, блин, такие? Так, а здесь... Подожди, раз я здесь, то сразу надо тогда... Подожди, надо к точке синхронизации сходить. Потому что, блин, это... Каждый раз потом так на кораблике перемещаться вообще мне не втыкает. Ну, пока что я, правда, не хочу на кораблике-то. Потом, если я вдруг решу стать морским пиратом, там, или волком, тогда буду на кораблике. А сейчас пока храм Афины. У меня, по-моему, был поэтому, да, храм Афины? Или нет? Так, все, он... У меня теперь только два наемника преследуют. Только двое преследуют. Погнали теперь к этому утырку.
Оба-на. А-а-а, блядь, нихуя себе. Это, если я сейчас с дурой столкнусь, это же прям мне просто пиздец будет. Так, подожди. А, нет, он не стал меня трогать. Ладно. А так бы с ним-то вообще было жестко сражаться. Он мощный корабль. Что-то валяется. Железо. Пригодится. Пригодится. А я не вижу. А вот этот вулкан. Не все это точно. Кузница Гефеса. Так, ну нам надо как-то вон там оплыть и проплыть. Оплыть. Блять, ну давай, ну что ты сейчас на пути у меня встанешь? Нормально. Хоть не ввязались в драку. Так, все, сейчас мы вот так огибаем, да? Может этого мудачка продачить? А он может сам на меня сейчас нападет. Даст мне повод. Нет, не дал. Ну тогда я не буду нападать. Он мне повода не дал, я не буду его трогать. Рано, рано, рано. Когда весла готовить, я вам скажу, так что раньше времени не это. Не... Вот так я прям считаю, в упор подплываю. Пошли убивать Чепушилу. Так, вы работяги. Вы вроде тоже. Это мрамор тут добывают они, да? Прикольно. Yeah.
Ого. Крутыш, да? Ну ладно, малыш, давай. Далеко ж все равно ты от меня не убежишь. О, астракон нашли. Куда этот гусь убежал? Все, хоть забегайся, ты ж на меня на карте отражаешься. Все, угомонись, все. Мы уже всех убили. Сейчас только культиста там. Докучиваем. И что? Ну, видишь ты меня, и что? Это тебе, блядь, что-то дало, тебе от этого легче стало. Глазастенький ты наш. Как ты с... Ну просто долбоебы всякие вроде тебя попадались, которые нахуй драться не умеют. Вот и прожил столько, а чё? Оу-оу. Не. Хухумба. Я хухумба, не хухумба. Я тебя оттарапумба. Оп. Оп, 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 оп. На. До свидос. Отдыхай. Так, это этот. Так, что надо тут найти? Забрать сокровища. Сжечь припасы армии. Ну, припасы армии-то я вижу. А, сокровища тоже вижу. Хорошо. Но сокровища надо два забрать, между прочим. Так что... Так что вот такая вот фигня. Так, погодь, кто там... А, снова три на меня. Снова Тринити на меня напала. Трипл килл. Ты, Козлевич. А, Козлевич. Пройдет впустую, да? Пройдет впустую еще один день из жизни наемника, ты хотела сказать, да? Оп-оп-оп. Да ёптыть. Черепашки-ниндзя, вы сраные. Оу. Оу-оу-оу. Все, охренеть, убили. Суки. Они смогли меня все-таки одолеть. Так, я сейчас это
С копьем попробую. И что? Бриссон, кикнули мы тебя. Мы тебя убили. А вот еще раскрыто. 49 уровень. О. Ну, это сильно крутой пока что. Культ на стороне Афин. И обат стоик. Сорок девятый уровень для меня. Он даже круче вот этой, Деймос. Один убегает, а этот нет. Конь в пальто. Устроит тебя такой ответ. Да блять, опять что ли? Да ну нахуй. Так, ладно. Что-то, блядь, это, а что за хуйня-то? Что за хуйня-то? Я что? У меня шмот вроде нормальный, то есть все нормально. А что за бред-то? И с копьем как-то он помедленнее. А у копья же и урона меньше. У копья урона меньше. Так, а может быть мы к медузе потом подойдем? Может мы сначала сперва этих? Попытаемся всех. Так, тут есть наемники. Давай-ка я, наверное, сперва наемников сейчас отшлифую здесь. Чтоб они мне потом в разгар битвы не пришли. Да? Сейчас я на козлах нафармлю себе критой, блять, адреналина. Ой, Лёва есть, отлично, прям хорошо, как по заказу. Лёвчик, Лёвчик. Вот еще. Так, а где наемники? Не, я, конечно, понимаю, что я маленечко в это. Вот он, где-то вижу. Так, давай сохранимся сейчас. Так, это есть. Мне надо сейчас одного завалить. Потом второго. Раз, два. Какой из вас ближе тут, а? Или вы оба здесь, блядь?
Ну, вы тут в лагере оба. Так, ты где-то вот здесь. Не убегаю, а отступаю просто. Рано, рано мне еще сдохнуть. Да ёбаный ты какая... А все, я сейчас сгорю, блядь. Сука, она же это... Лютая какая, смотри-ка, кидает огневыми этими хуйней. Раз, два. Ну ладно, я вас отманил от лагеря, в принципе. Подальше, отлично. Так, я ж вот этого, по-моему, чепушилищу от меду отмудохал. Блядь, ты тоже отхилился, что ли? Ну так нечестно, так нечестно. Соло-то ты вообще как бы такой ни о чемский. Пиндос просто. Блядь, ты чё, сам себя поджёг? Так, минус один. Сохраняемся. А, та ушла, да?
Что она его оставила? Она поняла, что это... А, вон она лазит. Здесь бдительные стражники. Ничего страшного. Не в первый раз. Нам бдительных стражников убивать. Вообще не впервой. А что, она плавает, что ли, там еще, да? Ну-ка, если я сейчас в нее с этого ебану. А. Давай отойдем. Отойдем вот сюда. Блять, а что ты ее не ударил-то, ёптать, как следует? А. Она-то тебя вон пиздит-то как мальчик. Не по-детски, блять. Огнем своим хуярит. А ты ее жалеешь, блять. Нормально, нормально. Красиво, красиво. Так, сохраняемся. Окей. Дальше пошли. Сеять хаос, панику и смуту. Так, еще что-то собрать тут надо было. А вот здесь чуть не это. Успокойся. Моя жизнь мне еще пригодится. Еще как пригодится. Эй, отвали, отвали, блять, отвали. Сколько тут имбовых, да? Крипов-то прям. Все так, и все думают, что они крутые. А рабы-то тут зачем? Рабы-то нахера еще? Приглись-то, блин. Или это не рабы? Или это просто очередные чудо-остров? Чудо-янги? Чунга-чанги? Отстань. Я вас тут уже столько отметелил.
Так, там наемник. А, вон еще наемник. Ёб твою ж маму. От тебя не спрячешься. Ох, а я уж так хотел, думаю, спрячусь от тебя, дурачка. Может, убивать не придется. А нет, придется. Второе сокровище нашли. Астракон, я знаю, где лежит. Так, тут все. Да, может быть, хер знает. Помолись, иди, помолись. Биванчинский. Вот это да. Настигла еще как, настигла. Культ на стороне Афин. Значит, Афины на стороне культа. Ого! Вот это такое, такое мудрое изречение прям. Культ на стороне Афин. Да, да, да. Логика-то. Маленечко изменил подход к... И все. Все получилось, и убил всех наемников. С вами что, ребята? Вы просто отдыхаете, надеюсь, или... Или что, или вы, может, заболели, или... Что с вами случилось? Надо решить, куда плыть сперва. Куда сперва мы сейчас пойдем? Саламин. Тут прям остров Саламин-то, он прям... Ого-го! И эгегей, так, принц Персии. Статуя Афины в Аттике. А я в храм Афины залез. Капитан!
Какой-то груз, это вам не хухры-мухры. Всем спать. Найдите остракон, заберите сокровища. Отлично. Акулы здесь есть? Пока не видно. Ну, должны же здесь они быть. Так, одно есть. Сокровка. Так, это астракон. А где тогда еще одно сокровище? А, вот оно. Фиолетовое. Ух, как. Так быстро я еще не находил в воде сокровища. О, акула. Иди сюда. Алло, ёптать. Ты шо? Мадам. Я сейчас вернусь. Неудалеко не уходи. Да блин. Мерзкая ты треска. Шоп тебя. Камбала, блядь. Куда поплыла? Да опять ты, ёптать. Закусила меня. Окей. Если б не 13 кожи, я б с тобой не дрался. Ну, с вас столько кожи, хорошо с акул падает, что прям аж... Глаз радуется. Так, ну, сорян, пододвинься, отходи в сторону. Чуваки там что-то упражняются. Так, и теперь... Ну, а теперь... Нам вот сюда. Ну, в принципе, не так уж и далеко-то. Погнали. Блять, это у меня на улице там хлопки. А я думаю, в игре фейерверки кто-то пускает. А мы можем напасть? Я тоже не могу. Так, где у нас ближайшая тут точка синхронизации сейчас к этому? Вот, и туда мы сейчас, собственно говоря, и направимся. Агора. Забрать сокровища. Надеюсь, меня никто не заметит. А зачем? Yeah.
наемничек попался откуда-то. Придурок, что ли, блядь? С веткой на меня нападаешь. Блять, кто там стреляет? Наемник какой-то стреляет или нет? Ты стреляешь? Лукарь херовых. Это какой 26 уровень? Значит, это попроще, если 26 уровень. Блять, у нее копье есть и щит. А почему я не могу со щитом драться? Я ж вроде спартанец, ёптать. Как так вот? Почему я не могу драться со щитом? Все. Понападали на меня тут. Блять, еще что ли? Где? Да я не бегаю. Просто у вас что-то до хера, блять, тут понабежало. Не, ну если, конечно, потихо это все делать, то... Еще что я здесь? Блять, сейчас же еще четвертый же припрется. Мудачок. Сарпедон неубиваемый. А как я неубиваемого убил?
Что-то тут не то, да? Вот, из-за этого я столько тут народу положил. А? То есть столько народу я положил только из-за этого, да? Ладно. Ну, как бы я-то тут вообще ни при чем. Они ж на меня сами напали. Я-то что им такого сделал? Я лишь хотел завладеть сокровищем. Вот. И они мне оказали сопротивление. Не оказали бы сопротивление, ничего бы этого не произошло. Все бы были живы и здоровы. Кар улучшил навык. Так, культисты. Чё у вас тут? У вас что тут до хера всяких неизученных? Наемники. Я уже 5-го ранга? Обалдеть. Я уже... Тира величественная. Ну, с 30-м уровнем-то сложновато будет драться. Дикий яростная. Напуганные наниматели охотников за головами соглашаются отменить контракт, получив на 20% меньше денег. Корабль. У меня тут ни хера нету этих. Чё здесь? Это что такое? Это он теперь круче, да? Или нет? Ну, как бы, по-моему, ни хера там не изменилось, да? Команда. Спартанцы, тема для команды. О, я хочу спартанцев. Способность. У меня есть одна способность. Куда пью, да? Мощная внезапная атака. Вот так. А, нет, не так. Не так, вот так надо. А, в карту зайти. Так, что у меня по снаряжению-то? 26. А я 27, да? Копье вообще 24. А, понятно, что тогда она так слабенько у меня там дамажила. 26, это 25. Урон охотника мне не интересен. Россия. Ботинки древнеэпического царя. Че, лук лучше есть? Не, нет, лук вообще я давно уже не улучшал. Там, блять, хоть фиолетовый бери. Давай, раз ты урона больше сейчас наносишь. Давай возьмем фиолетовый. Вот
Что у меня лучше снаряжение есть, это не значит, что я его одену. Тебя будут ждать неприятности. А, да, подожди, давай, давай я сохранюсь. Мастерская. Мастерская. А у меня нету этих, да, получается? Что? Что? Кто я напрашиваюсь? Лады, ребята, понеслась. Понеслось. А куда ты? Прощай. Куда, дружище, побежали? Бабища какая-то попалась, блядь. О, наемник. Наемник идет. Сейчас. Наемник-то мне надо. Так, стоп. А где тут лук? На меня уже 5 охотников на это охотятся, да? Блять, они сейчас что, все пятером на меня нападут, да? Оба она, 30 уровня, сучка. А ты охренела, что ли? Мать. Ты чё, блядь, скотина дырявая? Ещё и волка своего 30 уровня на меня натравила. Вот скотина. Волчок, блядь, давай ты первый сперва. Конец. Сейчас тебе покажу, блядь, конец. Сейчас тебе такой конец покажу, нахуй, что закачаешься, ёптать. Еще, блядь, сука. Пиздец. Тридцатого, 28-го. Вы чё, блядь? Хуя себе вы. Голубки, блядь. Ну, у меня шмотки. 30 уровень, конечно, жестко попалась бабища. 28-й-то еще нормально. 29-й бы даже. 30-й жестковато. Че мы тогда пока... А, там
Там предводитель, что ли, был какой-то, блядь. Кузнец. У меня кожи-то нихуя нету и денег-то совсем чуть-чуть. Пиздец, в Афинах носиться, тут эти задания выполнять, это просто что-то изгоев. Ну, давай тогда, нет. Давай мы к точке синхронизации сперва сгоняем. Здоровый, здоровенный город, просто капец здоровенный. Я что, куда-то за пределы города вышел? Или это парк? Парк тут в городе. А где этот? Ох, нихуя себе. Так, опа, подожди. Если это не воровать, то можно взять. Что стену-то не заделаете? Денег нету на ремонт стены. Пробухали все. Еще какой-нибудь лагерь там, блядь, на бреду. Охрана. Рынок бедняков. Я ж здесь был, да? Да, я тут был, я уже. Ну, есть охрана, и чё, мы тут уже. Да-да, ухожу, ёптать. Только чтоб вас не убивать. Так, а мне сколько осталось частей копья-то собрать? Сейчас до синхронизации добежим, там глянем потом. Нифига тут. Ох, ох. Святилище Акрополя. Да ёптыть, ну лезь. На, близко к цели. А к какой цели? Я пришел. А, это статуя, да? Статуя Афины. А, точка синхронизации, отлично. Это статуя Афины, значит. Человеческому мастерству. Mm-hmm. Мудрая Хайре,
Если ты так хорош, как я слышал, у меня есть работа. Ты знаешь меня? Только не задавайся. Я знаю обо всем, что происходит в этом городе. А, Демосфен. Разве я могу стоять перед такой лестью? Я не пытаюсь льстить тебе. Я хочу нанять тебя. Нужно устранить пару спартанских солдат. Идет? Боюсь, возникло недопонимание, почтенный... Демосфен. Ты заблуждаешься, думая, что я убийца. Я думаю, что ты хочешь подзаработать. Разве нет? Да, в целом ты прав. Что ж, чего ты хочешь? Мне доложили, что спартанцы оживились. Я хочу, чтобы ты ослабил их. Проберись в крепости и убей командиров. Хорошая идея. Спасибо за похвалу. Принеси мне их печати, чтобы я знал, что они мертвы. Я щедро награжу тебя. Обычно афиняне действуют иначе. Ну да. Важно то, что это сработает. Мы и так потеряли слишком много людей, пользуясь традиционными методами. Какие методы традиционные? Полководцы не согласны со мной, но я не позволю им погубить нас. Что они предлагают? Они хотят честной войны, чтобы наши войска открыто выступили против спартанцев. Но нам не одолеть спартанских громил в честной битве. Мы перехитрим их. Так ты убьешь командиров? Ладно, я согласен. Славно. Мне не разрешили задействовать своих людей. Но это не остановит меня. Мне все понятно. Я принесу тебе печати. Полимархи, полимархи. Ёлки-палки, как же ты прям лезть-то тут умудряешься? А. Это ж обалдеть можно. Красотища неописуемая просто. Когда мы обогнули холмы, наш взор открылся много людей Афины, а сверху нас смотрела Афина. Там стоит она вечно скорбящая о наших страданиях, всегда благородная и милосердная. Окей, так, Фемистокл об Афинах, Фемистокл об Афинах. Предметал для задания. Предметал для задания. Святилище Акрополя. Так, и что? А, я хотел посмотреть, сколько мне еще копья осталось, да? Так. Улучшить копье. Еще три. Еще три осталось копья, да? Изгой. Ну ладно. Да-да, я упал с неба. Ну хоть в сток сена пизданулся. А не в лепестки роз. Сено-то смягчило мое падение, конечно. Что, кузнец-то далеко, нет? Где-то рядышком, да? И этот хер там рядышком. И
Если что, обращайся. Так, окей. На несколько. Обсидиантовое стекло тоже дают. А это я уж это... Огорчиться хотел, думаю. Без обсидиантового стекла. Так. Так. Чё я хотел? Меч. Блять, надо 500... 504 шкуры надо. Копье. Так, что у тебя вообще есть купить? Улучшить. Так, 1600, 4600 надо, чтобы улучшить тебя. Сколько надо, чтобы улучшить тебя? 540, блять, пиздец. Да хоть тебя улучшим. Блять, пиздец, где мне столько бабла-то набрать? А? Не скажешь? Где мне набрать столько денег? Это тебя прислал Перикл? Да. Он рассказал про остракизм, но не объяснил, что мне делать. Конечно же, для этого есть я. Что мне нужно делать? Голосование состоялось. Скоро голоса подсчитают. Возьми этот мешок со страками и положи вместо тех, которые охраняют. Ты хочешь устроить подмену? Не я, Перикл. И у него есть на то причины. Принеси мне второй мешок со страками, дальше я сам. Меня никто не увидит. Жди тут. И второй где-то идет. Блять, бежит уже второй. Геракл хуев. Согласен, молодец.
То есть я... Перед началом сражения... Она автоматически сохранилась каким-то образом. Оу. Я... Так, что мне здесь надо в тихушку, да? Здесь меня могут заметить. А мне в тихушку надо их. По-моему, кого-то убили. Замените фальшивые, они в двух местах лежат. Разложили, ёптать. Так, наемник какой-то ебашит. Но это белый, это значит какой-то крутой там. А, 26-й. Пинда какая-то, 26-я. С тобой. Я пока тут поворую. Мне драхма-то нужна. Я, блин, шмот не на что улучшать. Уже надо... Я просто пока бегаю, фармлю бабло там, если квесты выполняю, блядь. Я прокачиваю уровень, и мне не хватает. Вот как так вот? Я прям в плане тут апгрейда шмота дисбаланс какой-то жуткий. Непорядок прям. Так, забрать сокровища, сжечь припасы армии. Все понятно. Все готово. Найду человека Перикла.
Все это они за мной. Наемники эти охотятся. Зачем за мою голову заплатили, не мне, за их. С них толку-то вообще никакого. Так, афинская агора. С ними сделаешь? Кину в колодец. А, похоже, глашатый. Прошу прощения за задержку. Мы узнали, что кто-то пытался подделать результаты. Не бойтесь, все астраки были найдены. Голоса подсчитаны. Из города будет изгнан Анаксагор. Дружба важна. Без дружбы никакое отношение между людьми не имеет ценности. Тем сложнее мне сейчас, когда Анаксагор покидает Афины. Мы были близки, хоть и не так дружны, как они с Периклом. Странно, что Перикл не пришел защищать его. Кто ты? Спроси любого, и тебе скажут, что я Сократ. Но имя ничто. Мы — это наши действия. У всякого действия своя награда и своя цена. Так скажи, кем считаешь себя ты? Меня зовут Алексиос. Это не помогло узнать тебя. Возможно, найдется другой способ понять, кто ты. Хочешь узнать меня? Лишь знания ценны в этом мире. Ты согласен? Конечно. Мной движет жажда знаний. Тогда у нас с тобой один путь. Мне нужно знать, когда напасть, чем разить, когда использовать слова вместо оружия. Похоже, практические применения наших знаний разнятся. У меня редко есть выбор. Да, ты явно из тех, кто сделает все, что сочтет необходимым, будь то за деньги или ради личных целей. Так поступают многие. Но мне интересны твои мотивы. А как иначе? Из-за тебя мой друг вынужден навсегда покинуть этот город, свой дом. Меня попросили об этом. Так ты важнее того, кого обрек на изгнание. Но есть вопрос интереснее. На ком больше вины? На Анаксагоре, что навлек на себя гнев народа, или на тебе, решившем его судьбу? Я за него не в ответе. И думаю лишь об одном. О себе. Тогда подумай и об этом дне. Об Анаксагоре, о выборе. Сократ, вот и ты. Вот и я. Пойдем, тебя заждались. Я хотел узнать судьбу Анаксагора. И узнал. Скажи, что я скоро буду. Что ж, наша беседа подошла к концу. Впрочем, надеюсь, она не последняя. Все может быть. Так, все, что хотел Перикл, сделано. Вернусь к нему и выясню, что афинянам известно о моей матери. Вернусь. Так, окей, вернусь и узнаю, что известно ему о моей матери. Я... уже в следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.